Porsche Cayenne. Вместо штатного монитора установлен большой монитор в стиле Tesla. Огромная панель. Сейчас через интернет, YouTube, звук регулируется со штатных органов управления или с монитора. Кроме того, можно выбрать навигационное приложение Яндекс.Навигатор с полноценным сенсорным, а также голосовым управлением. Любые приложения из Play Market самостоятельно скачайте. Пользуйтесь, как будто они здесь всегда и были. Все штатное, без изменений. Если нет камер заднего вида, то новая камера, установленная в этот автомобиль, работает как оригинальная. Онлайн телевидение. Все что угодно работает по современному, без всяких тормозов. Оригинальное радио, пожалуйста. Обращайтесь, и в вашем автомобиле появится такое же или даже лучше.